Я вышла из ресторана с друзьями, вызвала Яндекс.Такси и села в машину. В какой-то момент я посмотрела в окно машины и поняла, что мы свернули куда-то. Какие-то окраины, где никого нет. Он начал расспрашивать меня, что мне нравится, обращался ко мне по имени, брал меня за руку. И как мне бы насторожиться, наверное, но я была в очень хорошем настроении и как-то не обратила внимания. Я больше испугалась, когда он взял меня за руку и сжал мою руку. Я начала уже тревожиться. Когда вот на светофоре останавливался, он прижимался ко мне то плечом, то смотрел на меня. И когда до дома оставалось буквально полквартала, он остановил машину, и я тогда испугалась. Начал требовать отвезти меня домой. Я помню, что он схватил меня за руку и сказал: «Вот я вас просто поцелую, и я вас просто поцелую, а если вам понравится, мы продолжим. Если нет, то я отвезу вас домой». Я писала в службу такси, сказала, что мне теперь страшно. Ведь он знает, где я живу. Мне принесли извинения и сказали, что теперь его отстранят от работы. Говорил: а вам нравится, когда вас трогают? Мне вот нравится, когда меня трогают. И взял мою руку и положил себе на ноги и вверх-вверх, да, получается, вот. И я отдернула руку в этот момент, и тогда уже я уже прям серьезно испугалась.